В Бишкеке традиционно состоится шествие под названием «Бессмертный полк». Тысячи человек с фотографиями своих предков, участвовавших во Второй мировой войне, пройдут по столице. Движение, как и всегда, начнется в 9 часов утра возле парка имени Даира Асанова на Южных воротах. Участники пройдут по улице Байтик-Батыра до Вечного огня на площади Победы. А милиция будет обеспечивать их безопасность. В этом году мы ожидаем, что количество людей будет гораздо больше, потому что, знаете, чем бесценна эта акция? Эта акция бесценна тем, что люди приходят сами по зову сердца. То есть это акция, на которую никто никого не приглашает. Просто люди хотят почтить память своих близких, ушедших в Великой Отечественной войне. Бессмертный полк возглавят духовой оркестр и курсанты Национального военного лицея. Особое внимание, конечно, будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщили представители мэрии столицы, для них будет организован транспорт. Также будет дежурить карета скорой помощи. В конце шествия возле Вечного огня будут возложены венки, и около 500 пар молодых людей станцуют вальс Победы. В праздничной дате, да, будет выделяться ежевременная материальная помощь, единовременная материальная помощь. В бюджете города заложено 7 миллионов, порядка 7 миллионов на выплаты к дате 9 мая. Предполагается, что в шествии «Бессмертный полк» примут участие глава республики Сооронбай Жээнбеков и спикер Жугурку Кенеша. Акция, приуроченная ко Дню Победы, с каждым годом приобретает все большую популярность. Например, 5 лет назад в ней участвовало около 1000 человек, а в 2018-м уже около 45 тысяч. 5 лет назад собралась совсем по нынешним меркам, совсем маленькая колонна людей. Был проливной дождь, и люди шли на парад, чтобы выразить свои чувства, показать свою память о своем ветеране. Тогда на подготовку бессмертного полка ушло всего 2 недели. Сейчас же это крупномасштабное мероприятие, собирающее тысячи человек, которые готовы отдать дань уважения памяти в великой борьбе. Подобные шествия проходят не только в Кыргызстане, но и практически на всем постсоветском пространстве. Анастасия Кан, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.